сказала... Я сказала, что мы сделали в Академии художеств проект, где мы сделали героев СВО, но они сначала были безличностными, а потом мы решили им придать какие-то личностные черты. И вот один из них, героев, это вы. Она говорит, а мне еще на входе спросили, не бомба ли это, поэтому она осталась на входе, моя скульптура. Она говорит, ну несите сюда. И она принесла, она сходила, вернулась, значит, принесла в упаковке этот бюст. И дальше прошла туда непосредственно к сцене, подарила это, значит, Владлену. И он ей сказал, проходите сюда, садитесь, что вы там далеко сидите, садитесь сюда рядышком, да? Да. Она сказала, я так стесняюсь. Но она села буквально в 5 метрах от него. Да. И буквально через минуту вот произошло вот это...